Правосудие восторжествовало. Бэтмен за решеткой. И так будет с каждым, кто нарушит законы науки и общества. Заседание начнется через 5 минут. Просьба всем пройти в зал. Пора начинать. Судебное заседание объявляется открытым. В открытом судебном заседании слушается дело номер 85 о Росомахе, которая обвиняется в том, что, будучи мутантом и обладая врожденной сверхспособностью к регенерации, он нарушил законы общества и людей. Наделенный невероятной звериной силой, ловкостью, животными инстинктами и огромными прочными когтями, он уничтожал людей. Ни для кого не секрет, что Росомаха на протяжении всей своей жизни участвовал в военных конфликтах, проходивших в разных точках Земли. И это еще не все. Проведенный с Росомахой эксперимент, следствием которого стало вживление в структуру его костей адамантия, сделал подсудимого практически неуязвимым, и я бы даже сказал бессмертным. Но бессмертие не освобождает от ответственности, а скорее наоборот. Поэтому настало время призвать Росомаху к ответу. Кем же является Росомаха на самом деле? Это опасный для общества монстр или представитель новой формы эволюции человечества? В этом нам предстоит разобраться в ходе нашего заседания. Сторону обвинения представляет кандидат физико-математических наук, ведущий математик Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Эпштейн. Со стороны защиты выступает научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук Даниил Гладких. Пожмите друг другу руки. Слово предоставляется прокурору. Прошу вас изложить суть предъявляемого обвинения. Благодарю вас, Ваша честь. В ходе расследования Росомаха свою вину не признал, но обвинение считает, что он должен быть признан виновным по следующим пунктам. Пункт первый. Адамантий – это материал, который по описанию Росомахи внедряется ему в кости. Это материал, который прилетел из космоса, считается, что это часть метеорита, который упал на Землю, и он обладает уникальными свойствами. На сегодняшний день веществ, обладающих такими свойствами, чаще всего неизвестно. И мы можем получить подобные свойства от материалов, используя различные композитные свойства, когда мы используем несколько различных материалов. Этот материал обладает адамантий уникальными свойствами, он является очень прочным, не отторгается человеческим телом, что присуще, например, одному из самых прочных металлов – титану. Но с титаном есть множество других недостатков, которые присутствуют, в том числе дороговизна и невозможность его использовать там в ряде других случаев. Адамантий же внедряется в Росомаху и частично дополняет его кости и повышает таким образом прочность. Адамантий может быть использован в качестве, то есть аналогом адамантия являются композитные материалы, которые мы можем получить, но адамантий точно не композит по одной простой причине, что композитные материалы при своем создании требуют соблюдения целого ряда условий, чтобы получить именно композитный материал с заданными свойствами. Это чаще всего послойное использование различных веществ с выстраиванием определенной конкретной структуры. А как же мы видим в фильме, адамантий внутрь Росомахи просто с помощью шприцов и подобных систем заливают, да, вводя в него и никаким образом не контролируя процесс кристаллизации внутри тела. При этом у адамантия нам неизвестны его на самом деле характеристики прочностные, нигде в фильме не упоминается точные какие-то числовые количественные значения его различных характеристик, плотности материала, его электромагнитных свойств, его каких-то характеристик, лишь указывается, что это самый прочный материал, который в качестве, да, в случае использования как оружие, может резать практически любой материал, и это многократно демонстрируется в фильме. Но возникает очень интересный вопрос, а как же производится заточка, например,
подобного материала, да, потому что, как мы знаем, при создании различного холодного оружия оно требует последующей дополнительной абразивной обработки с целью уменьшения кромки, да, с целью утончения кромки, чтобы повысить, собственно говоря, повысить возможность, да, уменьшить прикладываемую силу и повысить возможность разрезания или разделения различных предметов. И это многократно используется, но как производится заточка, непонятно, потому что утверждается, что это самый прочный материал. К тому же, я считаю, что подобный материал описан, такой материал, как описан в этой легенде, не может существовать, потому что в одном из фильмов приводится интересный пример. С помощью сверел, изготовленных по описанию из такого же адамантия, производится сверление адамантия. Но, внимание, судья, как же мы можем сделать из металла сверло, которым мы сверлим, такой же металл? Оно должно стачиваться один к одному. Такого вещества, согласно описанию вот из фильма, существовать не может. Оно описано как-то некорректно. Господин прокурор, хотелось бы сразу уточнить, могут ли существовать сейчас материалы, подобные адамантию? Возможно, они где-то в природе и существуют. Но на сегодняшний день человечеству материалы такие природного происхождения неизвестны. Подобными свойствами обладает ряд композитных материалов, но они либо дороги в изготовлении, либо очень сложны дороги в изготовлении с точки зрения стоимости самих материалов и технологий, либо сложны, и это очень сложный техпроцесс, и мы не можем получить такие материалы в больших количествах, в промышленных масштабах. Либо у этих материалов есть ряд собственных недостатков. Например, из композитных материалов до сих пор почему-то не изготавливают, мы знаем, почему не изготавливают крылья для боевых самолетов. Потому что такие материалы резко теряют свои свойства в случае, например, пулевых отверстий. Если в них возникают пулевые отверстия, они резко теряют свою прочность, и что может привести к падению самолета. И подобные материалы получить внутри тела человека крайне проблематично, потому что мы не можем контролировать, как я уже говорил, процесс. Собственно говоря, выстраивание кристаллической структуры такого материала, а это является одним из ключевых моментов при создании композитных материалов. Благодарю. Продолжайте. Теперь бы мне хотелось обсудить возможности регенерации Логана и его возможности тела. Я считаю, что такая регенерация невозможна, столь быстрая, столь интенсивная, потому что она, во-первых, очень смахивает на рак, потому что подобные ускоренные восстановления, да, и деление клеток – это сродни раковым опухолям, которые у нас неконтрольны. Единственное, похоже, организм Логана научился контролировать подобное деление для того, чтобы его вовремя останавливать, чтобы не происходило неконтролируемое увеличение тканей. Кроме этого, мне кажется, что это невозможно, потому что такая регенерация требует очень много энергии от еды. Требуется брать где-то ресурсы, из которых выстраиваются новые ткани, что приводит к целому ряду там недостатков тела, например, повышенной температуре тела, или, соответственно, он должен постоянно быть потным, да, он должен постоянно очень активно потеть, активное потоотделение у него должно быть, и он должен есть там каждые 15, 20, максимум 30 минут, иначе он просто не будет восстанавливать свои ресурсы организма, которые были затрачены на регенеративный процесс. Поэтому я считаю, что такая регенерация при том описании, которое мы встречаем Росомахи, невозможно. Он должен был есть постоянно, много съедать в течение дня несколько собственных масс материалов, да, веществ, еды, которая бы восстанавливала его организм в случае активных действий. Если бы он лежал, сидел, он ничем бы тогда не отличался от обычного человека. Но мы видим, что Логан постоянно где-то движется, постоянно вынужден задействовать свою регенерацию, и даже каждое вытаскивание его легендарных ножей, которое, в общем-то, ничему не противоречит, за исключением того, что такой геометрический размер в руке, мне кажется, не всегда должен помещаться у него, потому что когда он похудел, там в какой-то момент у него ширина лезвия была больше, чем возможность запястья, чем ширина запястья. Тут тоже интересный вопрос, но это другой уже вопрос, который я позже чуть-чуть рассмотрю. А вот касательно именно регенерации, вопрос по питанию. Очень большой, и непонятно, откуда он берет тогда энергию для восстановления собственного тела. Считаете ли вы, что у Росомахи нет суперспособности к регенерации,
а просто необычная форма онкологического заболевания? Мне кажется, что это скорее все-таки регенерация, чем онкологическое заболевание, потому что раковое заболевание, онкологическое, да, заболевание, называемое раком, это скорее неконтролируемое деление клеток. У Логана же этот процесс контролируемый, он не продолжает, да, у него не продолжается деление клеток после того, как ткани восстановились. Я считаю, что нет, это не раковое заболевание, но по интенсивности оно сравнимо с раковым, потому что там происходит значительное восстановление, ну, количество клеток очень большое. Оно превышает возможности восстановления обычного человека не только в скорости, но и в количестве. И я продолжу, Ваша честь. Теперь бы я хотел рассказать о возможностях самого тела Логана, не касательно регенерации, а вообще вот его изменившегося тела. При процедуре внедрения адамантия, даже если мы предположим, что эта процедура прошла безболезненно и этот материал существует, возможности тела должны были резко упасть по одной простой причине. Если судить по сцене, где он садится на мотоцикл, тот значительно под ним проседает. Из этого мы можем сделать вывод, что масса Логана составляет не те 80, примерно 90 килограмм, как кажется по его телосложению, а значительно больше, наверное, в 2-2,5, возможно, раза, потому как просел мотоцикл, это видно. А значит, ему надо этот новый свой вес, увеличившийся в 2,5 раза, компенсировать мышечной массой. А как мы видим, можно наблюдать в сцене, где он только прошел процедуру внедрения адамантия в свой скелет, он тут же начинает активно двигаться, бегать, но это же невозможно при массе, при увеличении, таком резком увеличении массы. Его организм просто не мог к такому адаптироваться. Несмотря на регенерацию, даже если такое произошло, его мышечная масса, а значит и внешние габариты тела, должны были значительно вырасти, но этого не наблюдается. К тому же, опять-таки, для такого движения, так же, как и для регенерации, требуется большое количество энергии. А значит, он должен есть еще чаще, чем я называл, описывая его регенеративные способности. Но мы не видим ни резкого изменения его внешних габаритов тела, ни изменения его потоотделения, ни частоту питания, ни вот возможности его прыжков и прочих процедур. А значит, кроме того, он должен значительно чаще получать травмы. Да, они не будут носить характер переломов, потому что его скелет значительно упрочнился, но простые повреждения тканей при беге, стопы, мышечных и кожных, да, вот всех повреждений мягких тканей должны быть значительными, потому что это резкое увеличение без адаптации организма. Прыгать он, возможно, и научился бы с таким, но, во-первых, не так высоко, во-вторых, при падениях у него, опять-таки, из-за увеличившейся массы должны были наблюдаться даже больше, чем у обычного человека, повреждения. Супергеройское приземление коленем после такого кранты. И я считаю, что вот этот бы процесс, ну, такой процесс не прошел, согласно тому, что мы видим, да, в описании, в видеоматериале. А значит, где-то нас обманывают. И такой персонаж должен быть обвинен, должен быть признан виновным. Можно ли говорить, что никто, даже обвиняемый, не способен совершать такие прыжки и оставаться в живых? Я думаю, что совершать прыжки такой высоты – вопрос очень сложный, потому что, как я уже говорил, силы мышц, как мне кажется, да, с точки зрения, как кажется обвинению, с точки зрения современной физики и физиологии тела, невозможно. А вот оставаться в живых, кажется, я считаю, что он может, потому что если предположить, что регенеративные способности, описанные, да, действительно есть у нашего обвиняемого, то восстанавливаться он может, в живых он останется. Но вот сможет ли он прыгнуть вверх на такую высоту? У обвинения большие сомнения в этом. Это было убедительно. Мы выслушали сторону обвинения. Слово предоставляется стороне защиты. Прошу изложить ваши доводы в защиту обвиняемого. Благодарю вас, Ваша честь. Я могу с уверенностью заявить о невиновности моего подзащитного. Давайте будем разбирать целиком все факты. Мы все-таки не на философском факультете, мы устанавливаем не истину, мы оперируем сейчас фактами. Давайте разобьем все, что нам известно о Росомахе и что ему пытается предъявить обвинение. Ну, во-первых, его регенеративные способности.
Он может в считанные часы или даже минуты заживлять легкие повреждения. Тяжелый восстанавливает он даже несколько месяцев в некоторых источниках. Ну что могу сказать? Регенерация такого уровня не нова, в том числе и для позвоночных животных. Известно, что лягушки могут отращивать новые конечности. Крысы под легкие стимуляции определенными веществами тоже могут отращивать некоторые конечности, которые ученые в благах науки, естественно, им отрезают и наблюдают за этим процессом. Регенеративные способности – видоспецифичная вещь. Например, у некоторых простых животных, у которых мы наблюдаем детерминированное развитие эмбрионов, то есть четко известна последовательность, не наблюдается таких колоссальных регенеративных способностей, как мы можем наблюдать у тех же хвостатых амфибий, у которых на минуточку все развитие опосредовано только влиянием гормонов, и то есть может регулироваться в процессе развития эмбриона. Почему росомаха может так делать? Скорее всего, у него продолжает работать ген P21, который как раз выключается и ответственен у взрослых животных, ответственен за регенеративные способности. Конечно, этот ген тесно связан с геном P53, который отвечает за активное деление клеток, и в раковых клетках он тоже продолжает работать очень сильно. Ну, здесь, скорее всего, у моего подзащитного, это осталось дело времени и дело опыта доказать это дело, скорее всего, мой подзащитный просто, когда ему нужно, включает ген P53 и выключает ген P21. И поэтому мы наблюдаем эту следующую картину, которая несведущих в науке людей может шокировать, и они будут заявлять, что такого в принципе не может быть. Касательно костяных лезвий, которые мой герой может по велению своей воли выпускать из своих рук, здесь тоже не вижу ничего необычного. Это простая аномалия скелета, которая наблюдается у видов, в том числе и у человека, учеными уже очень давно. Дело в том, что мы знаем, что существуют аналогичные органы и гомологичные органы. Это гомологичные органы, которые построены из одних и тех же, но выглядят совершенно по-разному и выполняют разные функции. Например, рука человека и крыло птицы. Они построены по одному простому принципу из тех же самых костей. Но просто у птицы некоторые кости изменены, некоторые практически редуцированы, другие удлинены. Вот. Аналогичные органы – это органы, которые выглядят абсолютно одинаково, хотя они могут быть построены совершенно из разного материала. Например, опять же, лапа медведя, которые построены из тех же костей, что и у человека, и лапа медведки, маленького насекомого, который роет землю. Они выполняют одну функцию, и визуально они абсолютно похожи друг на друга. Вот. В случае росомахи, конечно же, его рука похожа на человеческую. Мы просто наблюдаем легкую аномалию, когда несколько зон деления, у него появляются всего-навсего дополнительные три кости, которые он может с болью для себя выпускать из своих рук, но с такими регенеративными способностями это не составляет никакого труда. Всем известные способности моего подзащитного практически не реагировать на внесение каких-нибудь ядовитых веществ в свой кровоток, а также его устойчивость к алкогольному опьянению объясняется очень легко и просто. У моего героя зверский метаболизм. Ну, вы понимаете, росомаха, зверь. Прошу прощения. У него просто-напросто зверский метаболизм. Я наблюдал это на работе у себя неоднократно. Например, мыши Блэки C57, которым я ввожу наркоз, и они отходят от него где-то часа за 3-4. А мыши, с которыми я работаю также без волосяного покрова, мыши линии СИД, которые скиды, они имеют иммунодефицит, и у них по такому же стечению обстоятельств отсутствует волосяной покров, поэтому их температура тела выше среднего, и чтобы ее поддерживать, у них они должны постоянно сжигать калории, они очень много едят, чтобы не замерзнуть с голоду. И поэтому эти мыши с таким метаболизмом отходят от наркоза буквально через 20 минут. 3 часа и 20 минут, как вы понимаете, существенная разница. Поэтому нельзя, например, в науке переносить просто-напросто массу и дозу каких-то препаратов в перерасчете на массу. Мы, ученые, проводили в 60-х такой эксперимент. Они исследовали влияние препаратов группы ЛСД на животных. Вкололи мыши, посмотрели, вот пересчитали тот же самый препарат с учетом массы, вкололи это слону, у него более медленный метаболизм, и слон, к сожалению, не смог справиться с такой великой для него дозой, и через несколько минут буквально сошел с ума и, к сожалению, умер. Эта история учит нас главному. Все, что приходит нам в голову впервые, мысль не всегда оказывается правильным и достоверным. Но
что касается моего подзащитного, у него просто большой метаболизм. Ну, не будем же мы судить человека только за то, что он много кушает и у него температура тела больше, чем 36,6. Это было бы, по крайней мере, бестактно. Нечеловеческая скорость реакции и прогнозирования тоже так же легко объясняется повышенным метаболизмом моего подзащитного. Далее поговорим об адамантиевом скелете. Честно говоря, технология внесения адамантия в костную ткань моего подзащитного мне не ясна как биологу, потому что это все-таки военные технологии. Все документы поднять мы не можем, гриф совершенно секретный. Но одно могу сказать совершенно точно и понятно, что адамантий легко может покрывать кости моего подзащитного или входить даже внутрь кости, потому что кость имеет пористую структуру. Она построена из кальция, и там есть куда спрятаться адамантию. Он неизбежно должен иметь сетчатую поверхность, чтобы надкостница продолжала питаться полезными веществами, и чтобы он мог возрождать, опять же, все свои кости из того крошева, в которое иногда его повергают враги. Здесь нет ничего удивительного, механизм точно рассказать не смогу по вышеупомянутым причинам, но с биологической точки зрения не вижу ничего, чтобы было здесь невозможным. На этом у меня все, Ваша честь. Господин адвокат, хочу задать вам несколько уточняющих вопросов. Можно ли говорить, что ваш подзащитный с такой способностью к регенерации практически бессмертный? Могут ли ученые искусственно редактировать геном человека так, чтобы мы тоже смогли регенерировать? Такие вопросы, конечно, выдают полного профана, но я понимаю вашу специфику, поэтому постараюсь ответить. Конечно же, такие потрясающие регенеративные способности моего подзащитного могут облегчить ему жизнь, но продолжительность жизни никоим образом не связана только с делением клеток. Дело в том, что существует такое понятие, как предел Хейфлига. Давным-давно этот ученый обнаружил, что клетки млекопитающих могут делиться только 52 раза. Этого, конечно, хватает на то, чтобы вести активный образ жизни, например, из квадратного сантиметра человеческой кожи путем таких последовательных 52 делений в арифметической прогрессии мы можем восстановить целое футбольное поле кожи. Но рано или поздно у нас это кончится, поэтому регенеративные способности не сильно помогают увеличению продолжительности жизни. Дело в том, что нам нужно будет восстанавливать такие маленькие штучки на концах хромосом, которые называются теломерами. С каждым делением оно укорачивается. Как только теломера дошла до своего конца, клетка больше не может делиться, организм человека дряхлеет. И нам каким-то образом нужно восстановить эти концы хромосом. В природе такая вещь существует, это называется фермент теломераза. Теломераза очень хорошо работает у таких млекопитающих, которые называются голые землекопы, поэтому их клетки могут делиться бесконечное число раз, и они не стареют. В природе они, конечно, погибают от различных несчастных случаев, но в лабораторных условиях они продолжают жить достаточно долго, и по странному стечению обстоятельств пока не доказано, что у них могут быть случаи рака. Ранее я вам говорил, что такие аберрации очень тесно связаны с функционированием белка P53, который как раз может вызвать неконтролируемое деление клеток. Что касательно второго вопроса, могут ли ученые изменить генотип, чтобы мы также регенерировали? Да, технологии сейчас позволяют. Система CRISPR-Cas может точечно изменять генотип. Малые интерферирующие РНК благодаря процессу РНК-интерференции могут у нас выключать функционирование того или иного гена. Другие технологии позволяют нам включать, наоборот, функционирование гена. Поэтому чисто технически для работы с данными генами у нас не стоит никаких преград. И в ближайшее время, возможно, это будет как-то изменено. Более того, сейчас могу сказать, что существует генный препарат, который посредством манипуляции с генотипом мышей увеличивают продолжительность их жизни на 24%. Это уже достойно. Нельзя сказать, что то же, что работает на мышах, будет работать на человеке. Нужно последовательно и долго все это модифицировать, но мы видим горизонт событий и стремимся к нему. Вы не отрицаете, что ваш подзащитный ведет нездоровый образ жизни для супергероя? Пьет и курит? Я не отрицаю, что мой подзащитный употребляет алкоголь и пристрастен к табачным изделиям. В его защиту скажу, что, во-первых, его морально-этический облик не касается вопроса
его правдивости его существования. Плюс ко всему, конкретно для Росомахи, этот образ жизни не является нездоровым. С такими регенеративными способностями его печень и легкие легко выйдут из любой ситуации. Конечно, тем, кто не способен восстановить свое тело после выпущенной обоймы пуль в грудь, я бы не советовал злоупотреблять алкоголем и табачными изделиями. Это было интересно. Выслушаны позиции обеих сторон. После перерыва суд продолжит заседание. Будут заслушаны свидетели. Объявляется перерыв. Для дачи показаний приглашается первый свидетель. Свидетель, клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды? Клянусь, Ваша честь. Для меня Росомаха, выбор этого образа, говорит о герое довольно многое. Герой часто представляет, позиционирует себя как такую идеальную машину для убийства. Но при этом Росомаха не совсем то животное, которая идеально подходит на эту роль. Мы знаем в животном мире массу других примеров животных, специализированных на убийство, если можно так сказать. В голову сразу приходит пример медоеда. Это хитрое, изобретательное животное, которое действительно потрясающие способности может проявлять и фантастические вещи демонстрировать, собирая камни для того, чтобы совершить побег из сложной системы загонов, нападая на животных в разы крупнее себя, нападая на львов, нападая на тигров и так далее. Росомаха при этом скорее про интуицию и чувство пространства. Росомаха — это больше 1000 квадратных километров индивидуальной территории. Это дневные переходы 40-50 километров. Не каждый человек может пройти 50 километров в день. Росомаха весит меньше 20 килограмм и справляется с такой задачей. Росомаха — это про восприятие окружающего пространства, это потрясающее обоняние, это нормальное зрение, может быть, не совсем идеальное, мы знаем и другие варианты в животном мире перфектного зрения. А росомаха — это интуиция, и классический пример этого — то, как росомаха забирает добычу, забирает приманку из капканов и ловушек, при этом не попадается в капканы и ловушки сама. Ее не любят охотники, ее не очень любят оленеводы, она часто нападает на молодых зверей. Ее называют, точнее, в скандинавской мифологии ее представляют как невыросшего медвежонка. И это такая игривость, кажущаяся неуклюжесть, только кажущаяся, прекрасно дополняет образ. Но все-таки главное в Росомахе — это выносливость, и одно из главных в нашем герое — это регенерация. Для меня это две стороны одного и того же. Две стороны того, как животное, как система восстанавливается, либо просто стойко переносит повреждения. Так получилось, что простые системы восстанавливать проще. И мы знаем в животном мире массу примеров фантастической регенерации простых систем, такие как морские звезды или, например, способности к регенерации у амфибий. Наш герой создан на другой, если можно сказать, платформе. Это платформа теплокровного, сложно устроенного позвоночного животного. И здесь способностей к простой регенерации уже не очень много, не очень много возможностей ее использовать. Соответственно, нужно использовать продвинутые технологии специализации чего-то вроде эмбриональных стволовых клеток. Нужно доставлять неспециализированные клетки на место повреждения, на место раны и делать из них то, что нужно сейчас – покровы, сосуды, нервные окончания и так далее. Для меня именно эта способность и именно эта особенность к регенерации является в герое ключевой. У меня все, Ваша честь. Прошу приобщить показания свидетеля к делу. У стороны обвинения есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь. Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, с вашей экспертной точки зрения, росомаха – это скорее человек с способностями животного или животное, помещенное в тело человека? Для меня росомаха – это однозначно человек с некоторыми способностями животного, потому что, во-первых, он принимает часто достаточно неоптимальные решения, часто позирует,
И это то, что не свойственно животным. Животные принимали бы на этом месте более оптимальное решение. И, наверное, самый убедительный пример, на котором я хочу ответить на ваш вопрос, это то, как он использует когти. Мы знаем, что выпускание когтей достаточно болезненно для него. При этом он часто проявляет только демонстрацию силы, выпускает когти, да, и не сразу вступает в схватку. Животные обучаются не так, как человек. Для животного эта боль была бы резким, сильным, отрицательным подкреплением. Это было бы быстро закончившееся обучение, не выпускать когти, по крайней мере, зря. По крайней мере, просто для демонстрации силы. То, что он способен это перебороть, то, что он способен, например, отказаться от убийства, которое, казалось бы, в сцене оправдано, однозначно выдает в нем человека, способного на такие сильные волевые решения. Еще один вопрос. Как вы считаете, может ли человек так развить свои органы чувств? Это хороший вопрос. Я считаю, что обычный человек не может настолько развить свои органы чувств. Действительно, есть различные системы и тренировок, и, так скажем, доработок наших органов чувств с помощью механических устройств. Здесь я считаю, что такие обостренные чувства, такое обостренное восприятие может являться побочным эффектом частого использования регенерации. Клеточные системы, клеточные механизмы не идеальны. Да, есть время, когда они работают, есть сигналы, когда их нужно остановить, и есть некоторое время реакции системы, когда клетки все еще продолжают отвечать на сигнал, хотя точка равновесия уже пройдена. Да, это хорошо видно на простых системах, вроде поддержания постоянства уровня глюкозы в крови. Думая об этой схеме, можно предположить, что органы чувств росомахи гипертрофированно развиты, поскольку там часто идет восстановление после нанесения повреждений, после частых ударов в область головы. У меня все, Ваша честь. У стороны защиты есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь. Алексей, как вы считаете, животные инстинкты помогают человеку выживать? Я считаю, что однозначно, да, помогают. Но прежде чем ответить на этот вопрос утвердительно, нужно прояснить некоторые вещи в терминологии. Дело в том, что мы часто называем инстинктом то, что им на самом деле не является. И у нас, у сложно организованных животных, инстинктов осталось не так-то и много. Инстинкт, по большому счету, это наследственное поведение, очень жестко запрограммированное, то есть это несколько фиксированных действий в ответ на определенный стимул. Например, как паук делает кокон для яиц. И если в этот момент прервать, он доделает его где-то в другом месте, уже без донышка. Это абсолютно бесполезная конструкция, но инстинкт завершен. Потому что там нет положительной какой-то обратной связи, нет возможности посмотреть на результаты, сравнить с образцом. Пчелы строят соты, да? Быстро, инстинктивно, результативно. То, что мы часто называем на бытовом уровне инстинктами, это, например, такая фраза «инстинкт самосохранения», является более сложным поведением, поведением рефлекторным, поведением, модифицирующимся в ходе обучения. И это все тоже есть у росомахи, да? То есть такие сложные автоматические комплексы действий, направленные на выживание, начиная от отдергивания руки от горящего предмета, заканчивая сложными системами, когда мы поддерживаем равновесие, баланс и так далее. Однако у человека есть и простые базовые инстинкты, их буквально счетное количество, и последний, открытый и описанный из них, это инстинкт страха перед ядовитыми животными, конкретно перед змеями и пауками. И, возвращаясь к изначальному вопросу, да, конечно, этот инстинкт тоже немало жизней нам и нашим предкам спас. Росомаха, животное, живет не в группе, а предпочитает одиночный образ жизни. Может быть, поэтому мой подзащитный живет в одиночестве? Да, действительно, росомахи – одиночные животные, которые занимают достаточно большую территорию и пересекаются с сородичами очень редко. И это имеет свои преимущества. На самом деле, животное, когда, не буквально выражаясь, выбирает эволюционную стратегию, есть этот самый выбор между стайным, коллективным образом жизни и одиночным. И то имеет свои преимущества. Стайные животные лучше выживают, могут пользоваться помощью сородичей и так далее. И в крайнем случае общественные животные, например, насекомые, такие как муравьи, в принципе, не могут выживать поодиночке, а только группой. Другие животные, специализированные на одиночном образе жизни, как росомаха,
часто не видят выгоды в кооперации, но при этом могут серьезно пострадать от столкновения с равным себе противником. Такие животные объединяются в группы ненадолго для размножения либо для решения каких-то сложных уникальных задач. Например, росомахи замечены в групповом взаимодействии около действительно большой добычи и некоторое время кооперируются, например, отбивая ее от других более крупных животных. Возможно, росомаха как герой еще ни разу не встречал такой ситуации, где ему понадобится помощь равного по силе соперника или не встречал равного себе по силе. Прошу приобщить показания свидетеля к делу. Благодарю вас, господин свидетель. Можете покинуть зал суда. Для дачи показаний приглашается второй свидетель. Свидетель, клянетесь ли вы говорить правду и только правду? Клянусь, ваша честь. Давайте перенесемся в конец 19 века, в семью Джона и Элизабет Холлит. Именно в этой семье родился один из самых популярных персонажей вселенной Марвел – Джеймс Холлит, всеми известный как Росомаха. Мальчик не совсем был здоров из-за активной иммунной системы, если конкретнее его организм не мог различить здоровые клетки от больных клеток, но можно предположить, что благодаря регенерации, которая сопровождала его с самого рождения, он родился с этой регенерацией тела, можно предположить, что мальчик благодаря этому и выжил. Три когтя, которыми обладал Росомаха, они были сделаны именно из кости. Это был не адамантиум, и Росомаха не родился уже таким, каким мы его все знаем. То есть у него не был металлический металл с рождения, его вживили чуть попозже. Свои способности Росомаха обнаружил в самый эмоциональный момент своей жизни. Садовник семьи Томас Логан, а по совместительству и отец, настоящий отец Логана, и, как говорят у нас в интернетах, вот это поворот, застрелил отца Джеймса, Джона Хоулита. И, увидев эту сцену, Джеймс обнаружил у себя три когтя, и этими когтями он убивает Томаса Логана, а также, к сожалению, он не контролирует свои эмоции, он уродует и сына Томаса, и по совместительству друга детства Логана. Полноценное появление в комиксах произошло в 1978 году в журнале «Невероятный Халк» под номером 181, где Росомаха встречается с зеленым великаном и со звероподобным Вендиго. Но 22 года спустя, в августе 2000 года, в кинотеатрах выходит фильм «Люди Икс» от режиссера Брайана Сингера, где мы видим киноадаптацию персонажа, которого сыграл великолепный актер Хью Джекман. А Росомаха предстал перед зрителями в черном кожаном костюме и с желтыми линиями на нем. Это не совсем привычный образ и не совсем каноничный образ персонажа, к которому привыкли и взрослые дети, особенно дети, которые смотрели мультсериал в 90-х, ведь каноничный костюм персонажа — это желтый такой комбинезон с синими вставками и, конечно же, с маской с острыми ушами. Если вспоминать альтернативные версии костюмов, то мне вспомнился образ Росомахи, если бы его поместили во вселенную фильма «Трон». В 2010 году, если я не ошибаюсь, выходил этот фильм, и, как я понимаю, компания Marvel, продвигая этот фильм, они выпустили обложки с персонажами, если бы они находились в этой вселенной. Что самое удивительное, Росомаха практически ничем не отличался от того образа, что был показан в фильме «Люди Икс», то есть это все тот же черный костюм с желтыми линиями, но эти желтые линии, они светились желтым неоном, и белые из адамантиума кости, они были не белые, а желтого лазерного цвета. Росомаха — непривычный супергерой вселенной Марвел, он не привык быть первым, так как он по натуре волк-одиночка. Встретив Росомаху на улице или в подворотне, если вы супергерой не верхнего эшелона, а нижнего, то вы можете подумать, что он суров, он груб,
он любит покурить и выпить, он как-то с вами разговаривает не так, как мог бы разговаривать с вами вежливый человек, но это только видимость. В одном из сюжетов Человек-паук умирает от рук Морбиуса, и убитая горем Мэри Джейн встречает Росомаху, и Росомаха, наш канадский психолог, как я его любя называю, он делает то, чтобы не сделал ни один другой человек в этой ситуации. То есть у девушки умер муж, и что бы вы сделали? Вы, наверное, бы сказали бы какие-то слова, вы бы как-то успокоили девушку, но... Вы не Росомаха. Росомаха подошел, говорит: слушай, ну раз ты одна, то давай сходим куда-нибудь, так сказать, на свидание. Мужа-то теперь нет. Ну и ошарашенная Мэри Джейн, конечно же, сделала все правильно. Она просто лупанула своей правой рукой по металлическому лицу Росомахи. И Мэри Джейн сказала: мерзавец, держись от меня подальше, или клянусь, я тебя убью. По словам Росомахи, Мэри Джейн должна была услышать эти слова. Эти слова дали ей ту ярость, которую, возможно, она сама и не понимала. Она хотела это получить, и она выплеснула эту ярость на того, ну, вот, кто мог подставиться. То, что такое Росомаха? Это благородный герой или мрачный антагонист? Мне кажется, что Росомаха точно герой, потому что он принципиально не ведет какой-то счет своим убийством, он не ищет убийства, он всегда помогает тем, кто попадает в беду. То есть он, конечно, убивал, но это было в то время, когда он даже сам не понимал, что он убивает людей. Думаю, суд вынесет справедливый приговор персонажу. У стороны обвинения есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь. Как вы считаете, согласно описанию вселенной Марвел, Росомаха – это положительный или отрицательный персонаж? Протестую, Ваша честь! Это не относится к сути обвинения. Протест отклонен. Продолжайте, пожалуйста. Согласно вселенной Марвел, персонаж Росомахи является положительным героем, так как он целенаправленно никого и никогда не убивал. И, мне кажется, плохих героев не берут в такие команды, как Люди Икс, Новые Мстители, Команда Альфа. Хотя я точно не помню, состоял он там или нет. Но если мы все-таки немножко можем добавить какой-то перчинки, то Росомаха состоял в такой команде, как Отряд Икс, которая состояла из таких персонажей, как Дэдпул, Псайлок. Они не самые такие положительные персонажи, как Человек-паук или Капитан Америка, но они тоже выполняли такие хорошие, в принципе, дела. Так что я считаю, что Росомаха — это положительный персонаж. Получается, что Росомаха — это идеальная машина для убийства? Это универсальный солдат? Изначально Росомаху так и задумывали. Идеальным убийцем его сделала организация «Оружие X», которая внедрила в него металл под названием адамантиум, и благодаря исцеляющему фактору Росомаха и перенес эту операцию, и в дальнейшем он выполнял жуткие задания «Оружие X» по устранению целей. И да, можно считать, что он реально был таким суперсолдатом, и солдатом в дальнейшем остался, только не таким кровожадным. У меня вопросов больше нет, Ваша честь. У стороны защиты есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь. В свою очередь, сколько людей-мутантов спас Росомаха? На мой взгляд, Росомаха спас бесчисленное количество людей-мутантов, как в составе Люди X, так и в составе Новые Мстители. На Землю каждый раз в составе Люди X нападает Магнета, который пытается поработить Землю и сделать мутантов теми, кто были бы главным видом человечества. А в составе Новые Мстители, мне кажется, Росомаха по-любому спасал Землю от, например, нашествия Галактуса или от какой-нибудь аннигиляции. Росомаха может стать примером для будущих супергероев? На самом деле, Росомаха уже является примером для будущих супергероев. И многие новые супергерои, которые появились совсем недавно, и не только в комиксах, но и на телеэкранах, например, из новых — это Майлз Моралес, это Мисс Марвел. Вот на Мисс Марвел я хотел бы остановиться, потому что для Мисс Марвел Росомаха — это прям эталон. Она пишет про него фанфики, она мечтает с ним встретиться, и в одном из сюжетов она как раз с ним и встречается.
встречается, и буквально в двух номерах, Росомаха становится ее неким учителем, который показывает, как нужно вести себя в определенных ситуациях. Он ей не грубит, он так ее смотрит на нее со стороны, понимая, что это будущий супергерой, и Росомаха должен дать ей тот пример. И в одном даже из моментов Мисс Марвел на своей спине тащит Росомаху от злобных крокодилов. Так что да, я считаю, что Росомаха уже является примером для многих новых супергероев. А у Подзащитного много друзей среди Людей X? У Подзащитного много друзей среди Людей X, и я приведу не совсем, мне кажется, стандартный пример. Это Циклоп. Как мы видим и в фильмах, и в комиксах, они постоянно шутят друг на другом, а точнее Росомаха шутит над Циклопом, там, принижает его способности. Например, на одной из тренировок дети спрашивают, почему у нас типа вот такая силовая тренировка. Росомаха говорит, ну, ребят, если вы хотите что-то понежнее, вы можете к Циклопу обратиться. Но если серьезно, то они правда дружат, и у них был некий конфликт из-за девушки одной, Джины Грей, вот, но затем этот конфликт исчерпал себя, и в определенный момент Циклоп даже помог Росомахе в расследовании его прошлого, о котором Росомаха практически ничего не знает. Прошу приобщить показания свидетеля к делу. Судебное следствие объявляется оконченным. Суд переходит к прениям сторон. Слово в прениях предоставляется стороне обвинения. Благодарю вас, господин судья. Обвинение считает, что, исходя из приведенных фактов, Росомаха нарушает законы природы. И такой персонаж, исходя из его описания, существовать не может, потому что он нарушает закон сохранения энергии, он потребляет значительно больше энергии, чем демонстрирует его тело, чем нужно его телу. Он значительно меньше ест еды, он меньше потребляет материала для восстановления собственного тела. Кроме этого, адамантий, как материал, также не может существовать, потому что описанные ситуации, продемонстрированные ситуации применения адамантия, не согласуются с нашими современными представлениями и возможностями любых материалов, которые, согласно современной науке, существуют в природе. Поэтому я считаю, что суд должен признать Росомаху виновным и поддержать результаты следствия. Благодарю вас. А теперь слово в прениях предоставляется защитнику подсудимого. Благодарю вас, Ваша честь. В заключение я хотел бы подытожить и отметить, что, как мы сейчас поняли с вами, Росомаха – положительный персонаж, который действует во благо всего человечества. Он не нарушает никаких законов, здесь я говорю о важных законах, о биологических законах. Может быть, он и виновен в незначительном нарушении некоторых физических законов, но это же всего-навсего физика, и мы должны понять и простить нашего харизматичного героя, который, опять же, своими способностями может подвинуть науку вперед и повлиять на благо всего человечества, подарив нам возможности регенерационной медицины и удлинив нашу жизнь на 24%, как минимум, мне кажется. У него есть для этого все предпосылки, только если мы оставим его на свободе и не будет никакого общественного порицания. Я прошу учесть все эти факторы и вынести решение не только сердцем, но и умом, к которому я сегодня апеллирую. Судебные прения объявляются оконченными. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово. Да пошли вы. Научный суд. При участии прокурора, кандидата физико-математических наук, ведущего математика Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрия Эпштейна, и адвоката, научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук Даниила Гладких, рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело номер 85 против Джеймса Хоулета, больше известного как Логан или Росомаха. Подсудимый обвинялся в совершении преступления против природы и общества. Суд установил: подсудимый Росомаха, мутант, получивший от природы способность к регенерации. Учитывая тот факт, что мутация – это эволюционный процесс, позволивший человеку развиться из низших форм, можно с уверенностью сказать, что мутанты – это следующая ступень эволюции. Высшая форма человека, более совершенная и уникальная.
Суд берет во внимание тот факт, что Росомаха, пользуясь врожденной сверхспособностью к регенерации, обладая нечеловеческой силой, ловкостью и инстинктами, некоторое время использовал их исключительно как солдат, участвуя в военных действиях. Но также суд учитывает и то, что после знакомства с другими мутантами, в частности с Чарльзом Ксавье, Росомаха начал применять свой дар для защиты людей и других мутантов. Смягчающим обстоятельством суд признает раскаяние подсудимого в ранее содеянном и признание им своей вины по эпизодам, связанным с участием в военных действиях. Учитывая вышесказанное, данные о личности подсудимого и условия его жизни, суд решил признать Росомаху невиновным в совершении преступления против науки и общества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Постойте, у меня очень важная информация для вас. К сожалению, это не украденные чертежи Звезды Смерти, о которых вы просили, но вам стоит на это взглянуть. We'll be right back.